Анапа – город во всех отношениях привлекательный. Уникальный климат, атмосфера уюта и праздника. В летнее время сквер Гудовича – любимое место анапской молодежи. Никогда не пустует. Куда же пойти молодежи сейчас? Как-то с досугом очень все тускло. Мало мест, где можно было, куда можно было бы сходить. В общем, действительно, тут не хватает таких мест. Для молодежи, не знаю, для меня хватает. И поесть хватает, и походить по магазинам хватает, и рынков у вас много, здесь все хорошо. Так как мы семейные, нам сильно такого активного отдыха не нужно. Нам нужен отдых спокойный. Поэтому нас сейчас, да, все очень устраивает. Все устраивает. Я считаю, что в Анапе мало развлекательных таких заведений, мест, где можно спокойно прийти, провести свое время свободное с друзьями. Например, даже сейчас вот мы гуляем и не знаем, где можно просто сесть, пообщаться, поговорить, как бы. Вот это такой главный минус, большой минус в Анапе. Молодежи вообще в Анапе, анапском районе нечем заняться в зимний период. Мнения разделились. Может, действительно стоит задуматься, что для нашей активной молодежи нужно больше развлекательных мест и мероприятий. В управлении по делам молодежи курорта заверили, зима будет не скучной. У нас молодежь отдыхает чуть по-другому. То есть у нас сама культура отличается именно проведение свободного времени. То есть у нас это спортивные секции, наверное, прогулки, потому что очень много дней с хорошей погодой. И вечерние, и ночные, и костры на море, туристические походы, и молодежные мероприятия. То есть если абстрагироваться от вот увеселительных заведений, как клубы и бары, то мероприятий достаточно много. Множество мероприятий, связанных направленных, наверное, на популяризацию чтения, литературы в целом, и, конечно, русской литературы, потому что, как сказал руководитель нашего департамента молодежной политики, литература, русская литература – это одна из основ патриотизма в нашем сегодняшнем молодежном обществе. Никуда не денемся мы от дворовых видов спорта, развиваем воркаут, строим площадки, турниковые комплексы. Я думаю, ну, это тоже, это, наверное, к лету, скорее всего, все будет уже к следующему. Туризм. Те, кто хотят, люди, ходить в походы, водные, пеший альпинизм, скалолазание. У нас есть секции, у нас все эти походы и краевые, и наши местные проходят бесплатно. Мы даже частью снаряжения можем помочь мастер-классами, клубы работают. Все это можно узнать у нас на сайте yuzhak.ru, найти телефон и задать вопросы. Главное – хотеть, желать.